продолжаем Origins. Да, это Маргарита Ванитбекова, это Александр Кондрашов. Мы продолжаем Rayman Origins. И какой уровень, я не знаю, потому что пока я здесь разговаривал с мамой. Как это из Origins? Ой, в смысле, мы продолжаем Rayman Legends, а это уровень из Origins. Да, все, я вот залезь. Я уже все, мы продолжаем Rayman Origins проходить, ага. Вау! Сильно. Хорошее начало. О, так каша вдвоем сейчас будет. Дай. Я сердечко хотел. Нет. Да? Улетели. А там наверху ничего не будет? Есть, конечно. А, нет, я думал, в другом верху, короче говоря. Так, вроде здесь все пишется, никаких не нужно. Я... Ой, дурдом. Ну, главное, прошли вчера, вот, вчера, ну, в прошлый раз, короче, в прошлой серии вот это вот ты прошла. Потому что... Еще раз это все. Да. Ну, YouTube помог. Ну да, ну посмотрели там все-таки немножко тактику. Бля, гениально. Да какого хера, бляха, ёб... Я вообще себя потеряла, я потеряла, где я. Ёбаный насос. Сглазила просто. А такой, суки, спасайте меня, что же вы делаете-то? А то он такой проще, чем... Так, ага, понял. Так, я понял, что я ничего не понял. Да, да. Один остается на этой змее, другой всех спасает. Окей. Молодец. Блядь! У меня такой был план, да. Оставайся на змее. Бывает. Это все прошлый уровень виноват. Да. А зачем поднимается, если погибится в силу или нет? Змея. Как говорится, Кондрашов играет с костяной змеей без регистрации смс. Играет на флейте еще можно. Как название порнофильма, так, если ну, как бы, в том-то и соль хохмы. Для все шутки про флейту и прочее, это же, ну, что еще может подразумеваться? Так, я остаюсь на флейте. Да что тебя? Yeah.
про... Я какого жажна-то? Блять, я думал, что я иду ты. Хватит. Иго, иго. Дурдом серьезно. Да что ж такое? Что-то как-то я это... Вдвоем просто сложнее играть в этот уровень, почему-то оказалось. Хотя казалось бы... Блядь, путаешься. Да. Так у тебя есть тактика определенная. И ты ее придерживаешься, да-да-да. Вот я просто что же сделал? Зачем? Осторожно, потому что ты вечный. Ой, как это было. Мы зато дошли до конца. Какой кошмар. Мы понимали, почему его, по-моему. Да, это очень возможно. Я даже здесь умудрился. Ну то есть все собрали. Это самое главное. Да, не перепрыгнуть. Хотя нет, там нужно там собрать какую-то... Люму, кучу люму, чтобы да. Это, последнего персонажа открыть. Какой-то бонусный персонаж. А, да, не забывай, что не делать вот это. На топоре ездить. А, надо 700 этих, нет, надо собрать 700 этих, чтобы открыть этого персонажа. Да. Как это сделать? Хотя еще по идее... Пошли, не, не, пошли, пошли. Сейчас, пошли. Сейчас, сейчас, сейчас. Пошли на время, да. О, там... Еще уровень, еще серию потратим. Ну, как, так, на, сколько вначале? 8 минут мы проходим один уровень, и все остальные 50 мы проходим другой. Что это было? Что это было, серьезно? Какой-то баг, по-моему, продаешь в спидранах игры использовать. Не, я понял, что это ты пошел. Так, там да, что? Мы все прошли здесь. Где? Мы пошли в жабе. Ой, блядь, в жабах это еще все. 4 черепа. Ну, раньше наоборот, потому что чем больше черепов, тем легче казал. Где? Куда? Бежать? Налево, направо? Офигенно. Вниз наоборот. Блин, пиздец какой-то! Я вообще не врубаю, что происходит. Мамочки, мамочки, почему-то я еще жива. Я решил просто не отсвечивать, чтобы тебе какой-то шанс был. Ладно, надо все-таки по башке прыгать. Блять. Если я надеюсь, что таких задротных уровней, как тот, больше не будет, где прям надо было все выбрать для чего. Ай, попка не колорис. Угу. Попа сгорела. Ну ладно. Ой, чё я сижу был? Я спас, потому что ты... Ну ладно, окей. Ты меня освободила, тут же напоролась на этот, но я успел вовремя тебя освободить, прежде чем сдохнуть там второй раз. Окей, всё, я понял. Тут просто до конца дойти уже будет победа. Да.
Ай! Это пиздец. Это не кризис, это пиздец. Чтобы это дальше прошло. Я вижу. Ёбаные по башке. Именно по башке. Да. Я подлетаю, наверное. И всё. Вот, покрыш. Пизда руля. Надо по-другому это сделать. Вот так вот. Я вообще могу предложить, давай-то пройдем уровни Origins, какие есть. И дальше ты будешь просто в одно рыло проходить уровни на время. То есть я так улыбаю, что если я мельтешу и мешаю. Нет, ты не мельтешишь, не мешаешь. А, это не как в предыдущем было, да? Я просто поняла, как надо проходить. Надо падать. Да, надо падать на них прицельно. Они из какой. Они из роль платформы выполняются эти чуваки. Да. А вот здесь а уже. Вот здесь надо маневрировать. Да ну на. Это прям. У нас сейчас 33-38. Не, ну это прям даже. Че? Есть сервер Ubisoft, идите нахер. Так, спасибо. Не, после предыдущего на время. Че, еще один на время? Давай. А то где-то бегать туда-сюда. Давай. А, там с черным Рейманом. Черный Рейман. Рейман, шо ж ты ёшься? Спасибо. Еще не понял, я еще раз. Я отвлекся на черного парня. Ой. Блин, там надо просто прыгать, все. Наверное. Вот мы, кстати, мы этих чуваков всегда убиваем. Не дождаясь, пока кинут нас уточку, а там надо уточки уничтожить, которые он кидает. Ну понятно, не в этих вот уровнях на время. Бля, я живой! Нет, я... Кстати, надо уничтожать врагов. Если не уничтожишь врагов, дальше не пройдешь. Да. Я не понимаю, как я это сделал, но ты мне это сделал. И здесь у нас нагнало будет. Там надо жар, который мы пропустили, мне кажется, надо убить, чтобы пройти уровень. Чё? Потому что, мне кажется, тут было дело в уничтожении... Я не знаю, может, я это ошибаюсь. Нет, здесь надо этих даже так же спасать. То есть такое же на спасение чего-то. На скорость. Ладно. Один там уже полетел. Да. Отвлекать Реймана, а другой просто идти. Да я сообразить не успеваю еще отвлекать. У меня не работает мозг настолько хорошо.
Окей, мы решили не отпрыгнуть, ничего. Блять! Я прямо на него вылетел. Это жалкая жаба. Да. Растоптала таких двоих могучих воинов. Вы вообще знаете, кого мы побеждали? Окей. Ладно, мы немножко ошиблись просто с тем уровнем, на котором мы застряли. Это был не тот. Ой, бля. Черный Рейма — это жесть, на самом деле. Ну да. Потому что надо... Без него, без него было бы проще. Без него бы любой дурак бы смог пройти. Ах ты, мудак. Блять, я прям за ним лечу. Сука! Блин, от меня врезался. Я так хорошо шла. Можно не уничтожать их всех, а просто... Конечно, можно уничтожать. Там надо все-таки перепрыгивать. Ладно, окей. Блять. Еще не понял, я только вылетел, меня уже что-то убило, блядь. Да блин, мы же почти закончили. Ну и как наверх там? Блядь, не туда. Почти, кстати. Слушай, почти. Я еще не понял, как что в конце получилось. Я просто уже перестал понимать. Нет, я понял, что ты прошла, я перестал понимать, что происходит на экране. Слушай, мы почти справились. Какие-то жалкие 70 доли секунды. Это был наш первый проход до конца. Дай бог, чтобы не последний, как говорится. Блять. Для меня, да, самое главное, чтобы ты оставался жив. Тогда я пройду. Сейчас уже идет. Сука. Где я? Блин, где я была вообще, не понимаю. В конце я куда-то вот делась, вот не знаю куда. Этот чувак достал. Вообще, мы здесь каждый раз от стенки тоже еще делаю отпрыг. Ты его делаешь, чтобы я прошла дальше. Правильно делаешь. Это можно... ко мне. Только можно без этого... Блядь! Что? Вот, я не понимаю, вот здесь куда я деваюсь. Вот ты остаешься в середине экрана на платформочке? Хотя, по идее, должна быть наверх. Я отпрыгиваю. Должна была отпрыгнуть от нее. Я умер, блядь, внутри трубы, охуительно. То есть во время полета, когда я сделать ничего не мог, я, блядь, подох, потому что этот мудак на меня напрыгнул. А, заебись. Бля, меня начинает бесить просто невозможно этот уровень. И конкретно этот первый мужик, да. Yeah.
Я не понимаю, почему я подыхаю. Я в этом месте просто не понимаю, в какую сторону, куда что делать. Потому что ты вылетаешь, и я всегда, каждый раз вылетаю сразу на этого черного чувака. Как я там, блядь, должен быть внутри трубы, блядь, мудриться, перенастроиться, когда там нету, вот, никакой этой... Блядь, я тебя ударил, пидора ты кусок! Нахуй, ваш, блядь, ты заебался, блядь. Ах ты ж мразь! Ну здесь вот понял, что я не так сделал, ладно. По меркам этого уровня это уже огромное достижение. Падлу, говорю, падлу! Там есть много времени, проебались только что. Блядь, я вот не понимаю, как здесь проходить это место. Я неправильно сейчас повела себя, но я резко поняла, почему я дрогнула. Я просто не понимаю, что здесь происходит в этом месте. Все это каша ебаная. Я пытаюсь понять, куда мне прыгать, и вот уворачиваться на пидорасы черного, потому что я первый. На самом деле, знаешь, Саш, ты можешь ничего особо не делать, я все сделала сама, и главное, держи черного рейма от меня подальше. Проблема в том, что он меня хочет замочить, я первый игрок, он на меня в первую очередь лезет. Вот, блядь. Если я живой, он лезет в первую очередь на меня. Поэтому говорю, у меня там каша получается, пытаюсь от него отпрыгнуть, либо я отпрыгиваю от него на пару боюсь на врага какого-нибудь. Либо я отпрыгиваю от него, думаю, так надо убить врага, чтобы он меня не убил, начинаю брать врага и на пару боюсь на него в результате все равно. Я вижу это место. Вот это место, вот эти две жопы, мне просто адски бесит. Падлы! Рядом, падлы! Я там не сдохла. Впервые, блин. Блять, ну за хухер он с тобой полетел, я живой внизу бегаю. Хухер он я с тобой. Я почти все правильно сделала. Осталось какого хера он полетел за тобой? Я ничего не понял. Он постоянно гоняется за мной. Теперь я остался внизу, просто я еще бегаю, и он целенаправленно полетел за тобой. Что это за хуета вообще? Видимо, понял, что я близко к победе. Ладно, какую-то хуёвку я сделал, да, эту многоходовочку, но вроде выиграл. Блин, я не успеваю. Бля! Я тоже этого не успеваю. Я, видимо, всё время не отобрал. Но здесь я просто я выглядывал черного чувака, и я даже... Я тоже что-то там выглядываю и не бью. Нет, я здесь хотя бы понял, что я реально не так сделал. Я выглядывал черного чувака и уже сам в последнюю секунду увидел этого здорового падлу. Блять. О! Да блин, я полетел вообще к нему назад. Да, я что ударил его сзади, почему-то умерла такой, я ничего не... И Рэймон как черный пропал, наверное, да. он просто съебался. Мне надоел за вами гоняться. Да, иди в жопу. Падлы, я теперь тоже это слышу. Ну, да. Так, я быстро стал подходить это место. Ой, блядь, я прям стал падать в эту дырку. Падлы, 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 падлы,
господи. А мы дошли туда все до конца, всего три раза. Да. Самое смешное, чтобы до конца туда шли всего три раза. Так, я не знаю, почему он не хочет. Он... Все, давай вырежем, нормальная, спокойная игра. Да. Что-то постоянно пытается вместо того, чтобы... А это... А, сколько, 26 минут, это всего лишь. Так, все, нахуй. Подожди, давай посмотрим, единственное, ну, сколько... что там осталось нам. А если мы прошли... А, здесь появилось... Мы все прошли, получается? Здесь мы прошли, да. Они только в начале появились здесь, новые еще. Это вот они появлялись в начале, просто после мы проходили там дальше уровни. Да, 77. Окей, все, отлично. Пошли. Ну давай! Блять, я не прыгал, отъебись от меня! Я знаю, что сервера не готовы. Нет серверов, не поддерживается игра, все. А что еще у нас не пройдет? Тут мы забыли двух где-то. Потом. Ну вот давай сейчас. Что за нахуй, э? В смысле мы забыли? Ну мы, если вот здесь вот, мы не нашли одного. Мы в уровнях из Origins кого-то не нашли, понимаете? Это ж позор. Ой. Отлично. Я решила проверить. Ну это у нас, это мы спасали, и должны спасать. Да. Нам же нашли мимо. А, ну да. Нам больше синий нужен. Блять, я опять смотрел не на то. Да ёпта та мать, блять, как вот ты умер? Честно, я начала играть мышку заёбывать уже на 17-ю серию. Ну, давай я до конца. Она, конечно, хорошая. Есть одной ты местами. Хера, ватенька. Мы кого спасли? А? Мы кого спасли, который там стоял? Да. Там стоял человек один. Мы его спасли. В прошлый раз. Да. Бля, может там внизу что было? Не было. Точно? Вау! Можно было лепо врага убить, но у меня это не получилось. Прыгаю, встаю. А я прыгал, все. А кому тоже? Подожди, как, какой он по очереди просто? Сейчас, секундочку. Так, вот следующего мы где-то проебали. Раз мое внимание. Ой, извините, я не хотел сделать. Извини, что мало, как говорится. Окей. О, мне кажется, я знаю, куда. Блять, я опять на тебя. Я опять на тебя смотрю. Сейчас, тоже стой. Я понял, вот туда, наверх, наверное. Я сказала. Да. А, стой с ним, чтобы, если что, воскресить ее. Извините. Ну да, мы все, нашли там. Теперь просто идем до конца, мы там остальное не скажем. Нет, не собирать люмчиков. Не, люмчик можно? Они тоже нужны, я помню, что у меня эти руки открываются. Ну да, ничего-то они там нужны были. Чтобы персонажи нас открывают. Персонажи за синий? А, нет, да, персонажи открываются за синий. Это там последний открывается за кучу синих. А остальные за люмчик. Остальные за бабло. Я опять себя потерял. Это игра, которая очень легко себя потерять. Да. Я хотела за монеткой, ну ладно. Бля! Извини! Да ничего, она. Yeah.
башке вся получишь. А что думаешь, только мне, что ли, можно тебе в башке получать? Да. А, ну понятно. Ну, ты когда не то самое, не спишь, хотела сказать. Не спишь, да. Даже когда я, у меня два состояния, либо я сплю, либо я получаю по башке от Маргариты. Все, вся моя жизнь проходит вот так. Нет, наоборот, когда ты спишь, когда ты не онлайн, тогда я себя... Ты что, значит, приходишь и по башке. Ну ты думаешь, что такой дурной? Почему снится такая херня постоянно? Это, нам вот так вот без рейтинга дали. Жопа. Да, мы здесь приличный собрали. Зато мы взяли этого одного. Ну да. Еще где-то вот и здесь тоже один проебан. Да, мы подряд головы. Опа-па-па-па-па-па! Ах! В яму нахуй! Я понять не успеваю, что происходит. Ой, ты убил кого-то лепой! Ей! Осталось 4 раза так сделать, и ачивка наша. Может, мы уже как-то сделали это? Не, ачивка выскочила бы. Это, может, как минимум, может, меньше, может, а, кстати, ну да, не показывает же, сколько там уже сделано. Надо, у нас не получено. Конечно, пока что надо продолжать так делать, потому что ачивка стоит, чтобы влиять. О, подожди. Не в ту сторону все ударило. Так, тыква. Если да. Считается? Надо, наверное, ударом посылать. Да. А вот и он. Вот он. А, нет, мы здесь проходили, видишь, он стоит. Я думал, это привязан. И привязан он там завис. Ну, да. Блядь. Ну, лючик для Руслана. Сердечки. Да. Заслужили. Да, особенно я постоянно погибаю. А, зачем я это делаю? Я думаю, что ну, лючик. Блядь, я так прицелил там. Ты хрозисентый, да? Убери кровать. Вот мы, если пропустили что-то, то только здесь. Я все это финансирую. Так, сейчас вот, да, вот посмотрим. Такое. Да! Это следующий уже был. Вон, на всякий случай просто. Да нет, видишь, он здесь стоит, не забыли. Да, ладно. Да нет, понятно, что это не он. Давай пофармим лимух немножко, да, ничего нет. А, блин, это ты все делаешь, а не я. Ты при этом полностью ощущаешь, что ты такой крутой, да, так все хорошо да, получается. Да. А все это время ты да, в лучшем случае стоишь, а в худшем случае мертвым пузырем летаешь. Так, ну блин. Даже до конца улицы. Да ёб твою мать! Кто-то говорит help me опять. Все еще. Где? Я не знаю. Я не слышу ничего.
Подожди. Вначале. Точно. Где-то там же начнем проебать. Вначале. Подожди ты. Зачем? Ну мы же проебали-то где-то здесь. Нет. В смысле нет? Здесь, мы, здесь следующий уже лежал. Мы же проебали мы где-то здесь. Как я думаю, а? Я вот это. Так, ну-ка, а тут что у нас? Да. Вот он. Ай да я! Все. Бляха, ёб твою мать! Шея. Угу. А, хелп мне это отсюда было. Да. Ну ладно, вот, пошли. А то еще раз на начало уровня, я думаю, проходить придется. Mm-hmm. Так, ну 37 минут еще один можно пройти, я думаю. Давай Изоришнс. А это что? Ну давай, Изоришнс, не переходите туда. Так, все, мы здесь все дальше теперь. Да. Это не мне интересно, просто там это накопительный, потому что в очень многих играх такие ачивки накопительные. Или реально надо за один заход каким-то образом умудриться 30 метров. А, да. Кубок. Потому что за один заход 30 она не проедет. Ну, наверное, уровень, знаешь, где масло или что-нибудь такое да. Надо. Лед. Да. Будет же уровень со льдом. Да. О, комар. Ее. Между меня убивает. Это еще хорошее описание этой игры. Но. Кого и где мы здесь? А, здесь еще никого не спасали. Мы первый раз проходим эту игру. Бля! Блять, какой трэш. Так, зашу хелл. Ага. Это какой? Первый. Отлично, я смотрю, мало это. Нормально. Это гид, но до того, как я поешь, я погиб. Так, сейчас болгую, да? О! Все сердечко надо было.
какой-то дракон, да? Ага. Очень центральный. Сзади еще один. В конце надо, да? Подсад получил просто ни за что. Шел себе, шел. Я не надо было понял. Ну да, и так 256 раз, да. Я постоянно путаюсь в этих кнопках. Блин, мы не получили за рюмчиков золотой этот. Надо перепройти. Серьезно, не получили? А? Серьезно, не получили? Мы кубок не получили. Серьезно, не получили? Вот, получили. Нет. Вот. Это золотой кубок за этих самых, а не за рюмчиков. Это за маленький. А, вот их три здесь. Сейчас, их подожди. Да ладно. Притав, блять, это. А где я? Не знаю. Ты где? Вроде довольно много собирают. Нет. Не, на один я помню кусок про. Надо их собирать, конечно, в нужном порядке. Дайте мне что-нибудь засосать. О. Да. Да. Thank you.
Малорюмов, кстати. Я не знаю, где еще так можно. Последнюю миллиграмму всех собирают. Ой. У нас опять не хватило 22 штук. Мне скажешь, за этого сейчас немножко дадут, потому что он золотой. Не, хватило. Хватило? Да. На впрыгнул. Так, ну смотри, будем последний пытаться. Это последний? 47. Нет, в смысле последний на ролик. Да смотри, она едет, между прочим. Беги просто сейчас, смотри. Ну, правда, не мечей, а просто беги, смотри на меня. Да, у меня есть читерная идея. Ну, пожалуйста, поем. Во, и теперь... А, подожди. Кажется, отбегай в сторону. Блять, я не знаю, короче, тогда... Наверное, в игре я все-таки, а не здесь. Ну, возможно. Так, ну что, будем еще 47 минут, в принципе, уже. Ну, да, пойдем еще один минут. Так, на следующей картине открыто здесь. Там еще закроется, когда мы это пройдем. Не, нам должны выдать этот. Здесь же должны выдать нам этот. Мы должны выдать его. Нет. Че, нет? Да. Ну, точно тебе говорю. По билетам мы уже достали. Сдохни. Сдохни. Я стараюсь. I'm trying. Hold on, I am. Блять, целая куча ему полетела. Наверх. Да, это было слишком очевидно тут. Да хорош. Мама! Я люблю контора папара. Бля! Если хотя бы кидать это напоследок. Развоплотить. Точнее наоборот. Воплотить назад. Да, это было неплохо. Блять. Ау! Я думаю, она сердечко же было. Да. В оригинале более же нас. Как удобно это сделано. Потому что там не было два дебила таких прыгучих. О, кстати. А вот про этого мы вообще не подумали. Да, наверх. А, если не надо? Нет. Как я помню, это место хорошо. Я сдохну сейчас. Ой, я все еще не сдох, слушай, я как я вот такой попала. А вот я сдох. Ну иди сюда. Айзя. Сейчас, секунду. Не, все нормально, это. Бля! Я опять подумал про тебя. Хотя я нормальный, я живой. Да ёпта там, блядь! Сейчас, подожди, как я там спасу этого.
Угу. Да, сейчас подожди, я вот так вот сделаю, вот так вот. Экран подниму. Подними экран с колен. Поднимите мне экран. Сейчас, подожди. Ладно. Я думал, те еще пролетят назад, Люмы. А я так красиво пикировал к нему, чтобы его спасти, а ты порушила весь мой стройный, блядь! Ладно, что ты? Ты убили когда-то, Наджи? Я Подожди. А, я думал, это просто. Ты боишься? Ты можешь эту платформу и вот так вот. А, ну, здесь. А, смотри. Ох, комар. А, можно убивать? Бля! Да. Ай! Меня пули долетели с обратно. Не хочется рикошетить, или я спрыгнул уже с этого, с... комара, и меня прилетел. Но урон не наносит, но знаешь, как он дружественный огонь. Friendly fire, Калин. Ну что, это было забавно. Я вот не уверен, что нам любчиков хватит на золотой кубок. Кстати. Молодец. Я чуть не очень хочу проходить уровень заново. Я прошла, но только одна. А, нет, даже хватит. Но! Ссылка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал. Ага. На канал автор музыкальной темы, канал душевный игрок. Рожницы капов крип. Жмякте на колокольчик, чтобы приходить в уведомления о новых роликах, по возможности поддержать канал материал, ссылки все реквизиты, специально к каждому ролику. Вот, все, сейчас мы отправляем Робин Гуд. Вы только что, ну это типа я. А вы там достигли 9 уровень крутизны. Можете отпраздновать. Дали вам 9000 фильмов. Отлично, спасибо. Можно я, пожалуйста, сотру? Сейчас я сотру, и мы будем. Пошли меня здесь. Да. Все. Всем пока.